Скажи мне да, скажи мне да. Однажды он в командировке тусил в компании девчат, и тут звонок по телефону с одной из всех 82 и смс-ку написала: я не могу жить без тебя, хорошо, чтоб ты на мне женился, любовь моя. И в тот же день в одном из ЗАГСов она пробила им число: жениться они будут в полдень, но только разбит от него. Уже почти с этим смирилась, но она спросила еще раз: ты что, думаешь, я дура? О боже, он сказал ей да. Все изменилось бы тогда, все изменилось бы тогда. Он не сказал ей ни разу да, он не сказал ей ни разу да. Что может быть хуже? Его просила день изо дня. Прошу, скажи мне да, скажи мне да. Скажи мне да.